А это не опасно? Нет. Точно? Точно? Слушай, старуха, прервал отец Герасим. Не все таблички знают. Кто уроки учит? Даша, скажи «я». Скажи «ух ты», «ах ты». Ой-ой-ой-ой-ой, это не опасно? Кто там? Тут еще много наблюдений. Я сейчас тебе покажу. Какое современное существительное имеет тот же корень, что и выделенный глагол? Так, сейчас я напишу, если мы не знаем, что писать. Кто книгу будет читать? Как у тебя книжечка называется? Где твоя книжечка? Где книжечка? Знаете, отец, поставьте ноль. Положи ее. Пусть книжечку почитает. Где книжечка? Ну-ка, дай-ка ей книжечку. Где книжечка? Кто читает книжечку? Так, выберите все верные ответы. Стихотворение Брюсова. Укажи. Все, выражено сказуемое глаголом или иной частью речи. Где волк? Покажи волк. Смелый бег. Ты не хочешь смотреть. Где волк? А колобок? Где колобок? Колобок, колобок, пташечка. А кто от бабушки? Да. Кто от бабушки ушел? Восхищает смелый бег. Глагол другая часть речи. Восхищает смелый. Кто от бабушки ушел? Другая часть. Ой-ой-ой. Восхищает. А где тут сказуемое? Это глагол. Да? Бег. Где глагол? Так, у нас, значит, подлежащее – это существительное, да, а сказуемое – это глагол, то я забыла. Да. Ты чё, заяц? Ну, восхищает… Ты чего, да? Восхищает – это глагол. Так, овивает белый снег – глагол или другая часть речи? Другая часть речи. Овивает белый снег. А где тут сказуемое? Ой! Режет шум и тишину. Глагол другая часть речи. Режут, да, нежат думы про весну. Догони!